Мой председатель знает принципы кругосветного путешествия. Маленький. Да, я такой человек. Три цвета. Три цвета. Три цвета, дядя. Это дядя три цвета, верно? Что означают три цвета, которые я смог прожить благодаря моему дяде? Я ел три дня во время войны. Я называл его дядя три цвета. Тогда поедим. Больница сознания может быть кем угодно. Можно подняться до 20-го места в Корее. Я сделаю все возможное. Люди говорили, если люди вроде вас поедут в Корею, Корея изменится. Страна, где никто не может есть рис. Страна, где можно есть в течение 3 дней. Вот как должна выглядеть жизнь в Корее. И я помогу вам. Приятного аппетита! У вас есть план? Почему я здесь с вами? Три цвета немного загадочны, что они делают. Чем вы занимаетесь? Я тоже хочу власти. Я дам тебе. У меня есть большой план на съедение Кореи. Навсегда. Что ты скрываешь от меня? Никогда не скрывай это от меня. Мир изменился. Решение – это мой смысл. У меня есть талант. И все, что я хочу, это все получить.